Здравствуйте, уважаемые коллеги. Наш вебинар начнется через 7 минут. Ну а пока мы немножечко подождем. Будем ждать вас в 12:00.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы без вступительного слова Татьяны Викторовны. Давайте немножечко познакомимся. Можете написать в чат, из какого вы города и вашу специальность, чтобы я при ведении вебинара знала немножечко, какая аудитория меня слушает. Давайте проверим связь. Если слышно меня хорошо, в правом нижнем углу мы видим с вами огонечек. В чат писать ничего не нужно. Нажмите на огонечек. Так, реакцию вижу, значит, слышно меня хорошо. Прекрасно. Поэтому мы будем начинать наш вебинар. Тема сегодняшнего нашего вебинара – это развитие интеллекта ребенка при помощи разрезных картинок и пазлов. И прежде чем начать, хотелось бы от вас определенного интерактива, от вас определенной ответной реакции. И хочу в начале нашего вебинара, вот сейчас буквально минутку, задать вопрос, как вы думаете, какой предмет стал таким основоположником, стал причиной зарождения именно пазлов? На каком предмете применили впервые пазл? Можете написать в чат, и посмотрим, кто угадал. Давайте еще раз повторюсь, наша тема – развитие интеллекта ребенка при помощи разрезных картинок и пазлов. Перейдем непосредственно к теме нашего вебинара. Сегодня мало кто задается вопросом, откуда возникла идея собирать пазлы. Это популярная настольная игра, о которой не понаслышке знает любой человек. Наверное, уже все мы с вами видели, как выглядят пазлы, как их складывать. Все мы с вами знаем. Вот пошли ответы. География, домино, технология. Выше я видела геометрия, кубики, разбитые предметы. Да, очень хорошо. Сейчас мы с вами все-таки выясним, как же возникли наши пазлы. Кому же пришло в голову разделить действительно картинку на множество частей, потом снова ее собирать? И я вам скажу, что пазлы давно использовались не для развлечения, а имели свою определенную функцию еще давно, когда их только придумали. История появления пазлов берет свое начало еще в 18 веке. Очень давно их стали применять. Джон Спилберзи разрезал одну из созданных по границам стран карт. Это была география. Вырезанные фрагменты раскладывались на деревянной доске по границам стран. И ребенок, обучающийся человек, это уже был юноша в возрасте, он должен был вложить правильно страну в соответствии с положением ее на карте. И пазлы использовали для обучения проверки знаний. В тот момент, в то время, пазлы были не как мы привыкли с вами видеть, это картонные фигурки, да, картонные элементы. Это были громоздкие деревянные панели, на которые наклеивались определенные участки с изображением государств. Соединяя между собой элементы географические карты, ученик изучал географию. Поэтому именно география у нас была основоположником и моментом зарождения пазлов. После этого, Любовь тоже ответила, география, да, мы вот сейчас разобрались, что это у нас география. Это не мешало то, что были громоздкие деревянные элементы, пользоваться спросом, пазлы стали набирать все больше и больше оборотов, и их стали покупать сначала определенные школы, определенные учебные заведения, и в дальнейшем потом другие науки используют подобный ход в обучении. Потом делают в виде пазла алфавит, таблицу умножения. После все стали делить на части. Это портреты ученых, писателей, правителей, изображение битв, изображение сражений.
После этого пазлы уже довольно-таки крепко входят в нашу жизнь. Пазл или по-другому складная картинка, мозаика – это игра-головоломка, в которой требуется составить рисунок из множества деталей. Все мы с вами видели пазлы. Составление картинок из множества мелких кусочков люди занимаются уже очень давно, как я уже сказала. А сейчас игры с пазлами – одна из самых популярных настольных развивающих игр. А сегодня на вебинаре мы с вами поговорим в том, что пазлы для детей не просто развлечение, а развивающая игра. Именно как развивающую игру мы сегодня рассмотрим с вами пазл. Если говорить о содержательных вопросах вебинара, мы с вами рассмотрим игры с пазлами, понятие, история возникновения, значение игр с пазлами и разрезными картинками для познавательного развития ребенка, формирование в сознании часть и целое, развитие пространственного мышления и восприятия у старших дошкольников и школьников, виды игр в пазлы, применение на практике, пазлы для детей, как их выбрать и на что обратить внимание, и методика разрезные картинки, описание этой методики применения и интерпретации, и зачем нам это с вами нужно. Следующий момент – это история пазлов, о которой я вам сегодня рассказала. Да, эта география внесла свою лепту в то, чтобы у нас пазлы вошли в нашу жизнь и стали не только как игра, да, а как развивающийся элемент. Тот элемент, который помогает не только просто развлечь ребенка, а обучить его чему-то новому и полезному. Сейчас, минуточку, извините, отвлеклась на чат. Как же у нас появились пазлы именно как интеллектуальная игра, не как обучающая, а как игра, которая нас развивает? В начале 20 века популярность пазлов была на пике. Они приобрели большую популярность, их стали приобретать многие люди, но люди, которые могли себе это позволить. Так как я уже сказала, они создавались из дерева, а мало того, что это было громоздко, и это было финансово затратно. На тот момент пазлы могли себе позволить только состоятельные люди. Но братья Паркер, они пользуются этой ситуацией о том, что пазлы становятся очень популярными и открывают фабрику Паркер Бразерс по производству уже картонных пазл в США. Благодаря тому, что в качестве основы для картинок взят картон, пазлы становятся гораздо удобнее в использовании. Они лучше прикрепляются друг с другом, чем деревянные элементы, и начинают стоить в разы дешевле. Они представляют теперь между собой мозаику, состоящую из определенного количества элементов. При их соединении создается единая картина, которая была изображена на упаковке. Это те вот наши стандартные пазлы, которые мы сейчас привыкли с вами видеть. Доступность играет свою роль, и вскоре пазлы можно встретить буквально уже в каждом доме. Они становятся доступными и интересными. Истинные ценители игры устраивают вечеринки, на которых собираются группы людей, чтобы вместе заняться любимым делом. Также проводятся специальные соревнования для заядлых игроманов, на которых собираются мозаики уже на скорость. В качестве основной картинки, как правило, берутся изображения либо из глянцевого журнала, фотографии иномарок, шикарные женщины в дорогих нарядах, какие-то красивые элементы, которые привлекают внимание. После чего суть игры, да, сложность пазла заключается прежде всего в рисунке, однако фактором сложности считается количество элементов. Чем оно больше, тем труднее собрать мозаику. Да? Мы все с вами знаем, что, допустим, небо, если это пейзаж, море, собирать там намного сложнее, трава. Но игра эта не имеет никаких возрастных ограничений, поэтому каждый заинтересованный может найти в ней
что-то увлекательное для себя. Она прекрасно развивает и внимание, и память о том, о чем, что же у нас пазл развивает, и какие плюсы, какие моменты мы можем развить у ребенка, мы сегодня тоже с вами еще поговорим. Она влияет также на логическое восприятие. Психологи единогласно говорят о том, что пазлы благоприятно влияют на развитие ребенка, и о том, что ребенка необходимо с раннего детства уже приучать к пазлам, прививать любовь к пазлам. И это будет большим плюсом для развития логического мышления наших детей. Если говорить об актуальности игры в наши дни, то мы с вами понимаем, что актуальность не утрачена и в наши дни. О том, что данное развлечение интересно сейчас и нынешним детям, несмотря на то, что сейчас гаджетизация, да, гаджеты захватили большую часть нашего времени, но даже если ребенок не собирает пазлы, что очень полезно руками, да, это у нас плюс еще развитие мелкой моторики, если ребенок, предпочитает гаджеты, естественно, лучше, если мы будем предлагать ему пазлы, которые он собирает ручками. Но есть такой вариант, тоже небольшой выход, запасной вариант, не часто давать возможность сборки пазлов ребенку на гаджете. Но опять же, в зависимости от возрастной категории, мы тоже на это с вами должны обращать внимание. И чтобы ребенок не проводил достаточно много времени с гаджетом. Также мы сейчас с вами видим не только стандартные наши пазлы, да, которые мы привыкли выкладывать на столе, там, либо на какой-то поверхности, но и есть голографические пазлы, есть 3D-пазлы, это наши объемные. Что касаемо 3D-пазлов, да, слишком маленькие дети их собирать не могут, они, естественно, всегда требуют помощи взрослых. Это тоже большой плюс, вы можете также проводить время с ребенком, занимаясь общим любимым делом. А также есть возможность сейчас у нас заказать пазл на основе каких-то собственных фотографий, сделать какое-то украшение в виде пазла или же магнит на холодильник. Также можно даже купить складные столы, части которых скрепляются как элементы мозаики, как элементы пазлов. Тоже очень интересно и очень красиво. Если говорить о пользе пазлов и составных картинок, какую же пользу у нас приносят пазлы и какие плюсы они нам дают? Как я уже говорила, пазл – это занимательная, развивающая и обучающая игра, которая требует усидчивости, аккуратности, терпения, внимательности. Собирая картинку, ребенок познает связи между частями и целым. Развивает логическое мышление, как я уже говорила, и большим плюсом моторику рук. Мы с вами знаем, что за счет развития мелкой моторики рук у нас развивается и наша речь. Казалось бы, чаще всего, если человек собирает пазл один, он молчит, да, но при этом, собирая пазл, мы развиваем нашу речь при помощи развития мелкой моторики. Чтобы собрать достаточно сложный пазл, нужно хорошо владеть пространственными характеристиками и воображением, способностью переворачивать картинку в уме, умением найти нужный фрагмент, который будет нужен для составления полного и правильного нашей картинки. Следующий момент, какие же плюсы и что развивает у нас наш пазл. Как я уже говорила, прежде всего это развитие мелкой моторики и координации движений. Поскольку пазл состоит из достаточно мелких деталей, что чаще всего, если это у нас не пазл для совсем маленького ребенка, то человеку, ребенку необходимо соотносить части предметов, управляться с маленькими частями картинки. И для того, чтобы вложить эту часть, она же мелкая, да, мы развиваем моторику пальцев и рук. Его движения, движения ребенка становятся более точными, а впоследствии осмысленными.
в будущем пространственная ориентация и тонкая точечная координация рук, пальцев поможет быстро научиться писать. Все мы с вами понимаем, что письмо, да, это одно из основных умений, которые необходимо для освоения школьной программы, что если ребенок будет писать медленно или писать плохо, то у ребенка возникнет как бы такой момент того, что он будет немножечко отставать, но даже может и не немножечко отставать в общем плане. Если ребенок будет уметь писать хорошо, то, естественно, у ребенка будет... Так, прошу прощения. То у ребенка будет тот момент, что он научится быстрее писать. Смотрите, если ребенок пришел в школу, и он как бы писал из-под палки, его заставляли родители это делать, он будет, ну, немножко негативно относиться к письму. А если ребенок даже пришел не умеющий писать, но у него хорошо развита мелкая моторика рук, тогда ему будет проще и быстрее научиться писать. И он сделает это с большим удовольствием и, как показатель, будет писать намного лучше и с большими положительными моментами. Поэтому не обязательно, чтобы ребенок шел в школу и уже умел писать, да? Он может это сделать и очень быстро в школе, при условии того, что у него будет хорошо развита мелкая моторика рук. Следующий момент, следующий плюс, который нам дает пазл, это тренировка способности увидеть задачу с разных сторон. Способность принимать комплексные сложные решения, развить логическое мышление. Для правильной сборки пазлов необходимо учитывать сразу несколько факторов. Первое – это форма элементов. Мы все с вами знаем, да, хоть у нас пазлы и выглядят чаще всего одинаково, это вот закругленная сначала выемка, да, а в другой части это выступающая часть, закругленная. Но при этом они все равно не одинаковые, да, они не штампованные. У них разный угол, разный наклон, разное скругление, разная длина. Это все необходимо учесть ребенку при таком моменте, чтобы собрать наш пазл. Следующая последовательность сборки отдельных частей, и ребенку необходимо оценить конечный результат. То есть, когда мы с вами собираем наш пазл, да, и в конце мы должны сравнить этот пазл с той картинкой, которая нам была представлена в самом начале. Все это позволяет ребенку в будущем выбирать заранее стратегию решения той или иной задачи. То есть, при помощи пазла мы формируем у ребенка такое умение, как строить план и соотносить его уже с полученным результатом. Следующий момент – это развитие воображения, пространственного мышления, фантазии, внимания и памяти. Ребенку необходимо уметь образно представить то, что он должен собрать. А во время сборки пазла постоянно удерживать этот образ в памяти. Следующий момент, что нам дают пазлы, это развитие способности самостоятельного принятия решений, самостоятельного поиска ответа без помощи взрослых. Полная свобода в выборе стратегии поведения при сборе картинок позволяет ребенку проверить свои силы в самостоятельности. А это впоследствии, мы с вами понимаем, поможет ему самостоятельно принимать решения в разных жизненных ситуациях, что тоже немаловажно. Итак, использование пазлов в качестве развивающей игрушки у ребенка можно практиковать с самых первых дней жизни. Только под пристальным вниманием родителей. Если родители смогут привить интерес к этой замечательной игре, то впоследствии ребенок сможет не только добиться значительного прогресса в своем развитии, но и у всей семьи может появиться новое общее хобби. Как я уже сказала, да, возрастных ограничений по возрасту к применению пазлов нет. Только необходимо смотреть, да, то, что это мелкие детали. И если ребенок уже в раннем возрасте интересуется пазлами, то это, да, большой плюс, и вы можете их уже применять.
Опять же, да, при применении мы смотрим заинтересованность наших детей. Какие же виды пазлов и составных картинок мы с вами можем видеть? Сегодня на прилавках магазинов мы можем встретить невероятное количество различных пазлов. Вы, наверное, тоже не раз это видели. Также составные картинки. Цель данных головоломок – это собрать целое изображение из отдельных деталей. Составные картинки, как я уже говорила, бывают разного уровня сложности, который повышается с возрастом. Все составные картинки можно поделить на 4 вида. Первое – это картинки-вкладыши. Второе – это разрезные картинки. Третье – это кубики с изображением. И четвертое – это пазлы. Наверное, вот третья категория – кубики с изображением были у нас, наверное, у всех. Как я так думаю, у больше, ну, хотя даже не у всех, может быть, у большей части наших слушателей были кубики с изображением. Чаще всего это, наверное, были кубики с изображением каких-либо сказок. А первые три категории уже стали классикой. Это картинки-вкладыши, разрезные картинки и кубики с изображением. А вот пазлы появились в нашей стране, ну, относительно по соотношению с теми видами, да, не так давно. Но с каждым годом они приобретают все большую и большую популярность. Причем пазлы собирают с удовольствием не только дети, но и взрослые. Давайте более подробно рассмотрим каждую из перечисленных категорий и как мы с вами можем применять, да, ту или иную категорию. Первая категория, которую мы с вами будем рассматривать, это у нас категория, называется картинки-вкладыши. Наверное, многие из вас тоже используют такие элементы в своей работе. Очень эффективно в становлении и развитии у ребенка наглядно-образного мышления. Картинки-вкладыши представляют собой картинки с вырезанными частями. Нужно найти недостающие кусочки и вложить их на свои места. Например, нужно выстроить ряд слоников, которые будут идти по размеру. А самый простой вариант данной игры, когда вырезанный элемент имеет ровные края и изображенный на нем рисунок симметричен. Например, круг или изображение, изображенное на нем, допустим, солнышко. После того, как ребенок начинает легко справляться с данным заданием, можно предлагать уже ему картинку с неровными краями. А следующий этап сложности, ребенку предлагается картинка с ровными вырезанными краями, а вот изображение на нем уже не симметрично. Например, цыпленок, изображенный на квадрате. Ребенку приходится постараться, чтобы вставить цыпленка правильно, а допустим не вверх ногами. И затем можно предложить ребенку вкладыши, в которых вырезанные элементы являются частью образа чего-либо. Очень большим спросом, ну, по крайней мере, по моему опыту, является так называемый вкладыш с подслоем. У меня дети любят такую рамку вкладыши, как дом. Она сделана по типу простейшего пазла и состоит из 10 частей. Под вкладышами нарисовано внутреннее устройство дома. Под каждым вкладышем находится какая-нибудь комната. При изучении вот комнат, да, комнаты могут быть разные. Это ванная, детская, там, допустим, кухня. Под крышей у нас находится чердак. А еще под облачком прячется веселое солнышко. На дереве вьют гнезда птицы, а в конуре возле дома лежит собака. Покажите, как вкладыши достаются, да, ребенку из рамки. Мы называем части дома и объясняем, что под ними находится. Допустим, это крыша, под ней находится чердак, а там хранятся старые вещи. Если ребенок уже говорит, поднимает, ну, сам поднимает и может описать, что находится под каждым вкладышем, да, то, естественно, мы даем возможность сделать это ребенку. После того, как ребенок запоминает устройство дома, мы собираем, помогаем ему собирать пазл. Да? Сначала достаем, допустим, одну или несколько частей,
и просим ребенка починить дом, затем пробуем разобрать дом полностью, и чтобы ребенок собрал его сам. А если ребенок уже освоил связную речь, мы просим придумать историю об обитателях дома, которые живут в этом доме, придумываем, как их зовут, где они у нас работают, учатся и как проводят время. Это такое вот можно использовать как мини-занятие, да, при помощи наших разрезных картинок и пазлов, и вот таких вот пазлов-вкладышей. Следующее – это разрезные картинки для малышей. Какую же пользу, какие же плюсы у нас приносят они? Разрезные картинки представляют собой картинки, разрезанные уже по прямым, в большей части случаев, линиями. С самыми простыми разрезными картинками, допустим, изображен один крупный предмет, и он поделен на две части, можно заниматься уже с полутора лет. Со временем можно усложнять задание. Мы предлагаем уже со временем картинки, которые состоят из большего количества деталей. Это, допустим, 2, 4, 6, 8, 12 элементов и так далее. Цели этой игры для самых маленьких являются уяснение понятий части и целого, отработка механических навыков, положить нужную деталь в нужное место. И в процессе закладываются основы таких качеств, как умение комбинировать, синтезировать целое из деталей, идет активное развитие речи, эмоциональной сферы, зрительно-двигательной координации и пространственного восприятия. Ребенок в этот момент должен научиться увидеть картинку в деталях, удержать ее в памяти, повторить самостоятельно и мысленно, допустим, перевернуть или скомбинировать те или иные части. Как же это мы с вами делаем и как мы начинаем работу с этими картинками? Соберите картинки сами, что на них изображено. В этот момент мы предлагаем ребенку наводящие вопросы, загадываем загадки про изображение и какие предметы изображены, да, допустим, сам алый, сахарный, кафтан зеленый, бархатный, кто это, или, допустим, какого цвета группа, давай ее найдем и так далее. Мы предлагаем ребенку дособирать уже почти готовую картинку, добавив самостоятельно, допустим, сначала одну деталь. Потом с каждым разом количество деталей, которые должен добавить ребенок, мы увеличиваем. Сначала одну, потом две, а потом ребенку предлагаем составить картинку уже самостоятельно. Мы предлагаем в эти моменты, когда играем так с ребенком, сопровождать игру стихами, загадками, и не просто вы молча сидите, да, складываете ту или иную картинку, мы используем уже какие-то выученные стишки или учим их вместе с ребенком. За счет этого у нас также развивается и наша память. Если говорить о разрезных картинках, да, вы можете сделать их, естественно, самостоятельно. Однако при этом или же при покупке в магазине необходимо обращать внимание на тот момент, что изображенные предметы должны быть, а, первое, знакомы ребенку, и, б, должны быть яркими, да. Как выбрать правильно пазл, я тоже сегодня расскажу. Но если ребенок будет у нас собирать пазл, который ему не знаком, то, естественно, это, во-первых, составит большую трудность для него, и мы можем с вами, так сказать, отбить желание у ребенка собирать пазлы, потому что ему будет, а, незнакомо, и, б, он не захочет это делать, потому что ему это неинтересно. Если мы с вами заинтересуем только картинкой ребенка, да, он уже с большим интересом будет собирать наши пазлы. Следующий момент – это у нас кубики с картинками. Сейчас, минутку. Кубики для малышей. Как я уже сказала, наверное, у большей части наших слушателей были такие кубики с изображением. Кубики – это любимая практически всеми детьми игра. Во время игры развивается наглядно-образное мышление, умение работать по образцу, зрительная память, внимание и логика. Если говорить о возрасте, с которого мы с вами можем применять кубики изображения, мы с вами можем применять
уже начиная с 2 лет. Дети с легкостью начинают справляться с тем, чтобы правильно составить кубики. С помощью кубиков вы можете познакомить ребенка, например, с фруктами, при этом рассказывать, где они растут, что из них можно приготовить, добавляя в активные слова ребенка новые какие-то понятия и слова. На дно коробки можно выложить рисунок, образец с изображением фрукта, попросить ребенка найти нужную часть кубика и вложить коробочку. В результате сборки из кубиков приходит рисунок. Ребенок знакомится с понятиями части целое и учится работать по образцу. Далее можно попросить ребенка сложить рисунок без использования картинки образца. Здесь у нас работает зрительное внимание и зрительная память. Собирая какой-либо рисунок, необходимо вам или же предложить ребенку самому комментировать действие. Допустим, поставили кубик в верхний правый угол, теперь в нижний левый. И так мы помогаем ребенку развить ориентировку в пространстве, что тоже немаловажно. Постепенно можно усложнять с каждым разом этот момент занятия с кубиками, как мы это можем с вами делать. Допустим, предложить потом уже собрать ребенку картинку не из 4 кубиков, а из 9. Предлагая игру, переверните сначала все кубики одной стороной. Это поможет ребенку легче сориентироваться в правилах игры. А после чего мы начинаем усложнять задачу. Мы переворачиваем сначала 1 кубик не той стороной, потом, допустим, 2, 3, и уже ребенок должен выбрать тот или иной кубик, который ему подойдет. Следующий момент – это пазлы для малышей. Что у нас предлагается здесь? Здесь у нас предлагается складывание по образцу, крупные детали, и это обязательно, как я уже сказала, на первых порах, в первом применении должны быть знакомые образы определенные, которые ребенок уже знает. Пазлы с каждым годом, как я уже говорила, приобретают популярность, и в этом нет ничего удивительного. Игра развивает воображение, логику, мышление. От перечисленных выше разрезных картинок пазлы отличаются тем, что имеют кривую линию соединения деталей. Здесь ребенку предстоит сопоставить форму одной детали с формами соседних деталей. При этом ему необходимо учитывать, что на них изображено и получается ли при их соединении, если мы соединим те или иные пазлы, изображение, которое нам представлено как пример. Все это тоже необходимо ребенку учитывать. Начинать собирать пазлы, именно как пазлы, можно с 3,5-4 лет. Однако здесь стоит учесть интерес ребенка и сложность задачи. Естественно, ребенку в 3-4 года мы не даем пазл с там 1000 элементов. Начинать стоит с пазлов, которые включают в себя небольшое число крупных деталей. Со временем можно усложнять и увеличивать количество деталей. При этом их размер может тоже уменьшаться. Предметы, изображенные на пазлах, должны быть знакомы ребенку. Желательно, если это будет один крупный предмет, допустим, например, какой-то любимый мультяшный герой, и лучше, если на детали будет изображен отдельный узнаваемый ребенком образ. То есть мы все с вами понимаем, что любимый герой, ребенок будет знать его досконально, да, где у него та или иная часть элемента одежды там, и он будет уже правильно вкладывать тот или иной элемент пазла в нужную ему сторону. Если вы начали собирать пазлы первый раз, то вам необходимо будет самим собрать картинку, а потом убрать, допустим, 2-3 детали. И мы говорим ребенку: я собрала картинку, допустим, подул сильный ветер, и несколько деталей улетело. Давай ты поможешь мне ее собрать снова. А с маленькими детьми во время этого занимательного процесса можно придумать какую-то либо сказку, изучать окружающий мир. Допустим, кто нарисован на этом кусочке, собачка, что собачка делает, что она кушает, ну и так далее. Таким образом, мы с вами не только развиваем мелкую моторику, да, но и познаем наш окружающий мир.
Каким же должны быть самые первые пазлы? Первые пазлы должны быть максимально простыми, от 2 до 4 крупных деталей. Желательно, чтобы все эти детали жестко фиксировались при правильной сборке и картинка не могла случайно сломаться, если ребенок заденет ее. Если пазл вкладывается в специальную рамку, то ребенку будет еще намного легче, поскольку крепления пазлов часто бывают очень слабые. А материал пазла также имеет значение, если это бумага и картон, то они должны быть достаточно толстыми и плотными. Бумажный пазл лучше предварительно, допустим, наклеить на толстый картон. Если пазлы мы распечатаем сами, да, то их можно наклеить на толстый картон, тогда они и прослужат нам дольше, и ребенку будет проще с ними управляться. Если материал сделан из дерева, то обращайте внимание, что на боковых срезах не должно быть зазубрин, чтобы ребенок не получил травму или не получил занозу. А детали во всех случаях должны хорошо состыковываться, рисунок должен быть ярким и крупным. Как только ребенок научается собирать пазл из 4-6 деталей, ему можно уже покупать более сложные варианты пазлов. С увеличением количества деталей мы можем постепенно усложнять изображенный на пазлах рисунок. И для маленьких детей, как я уже говорила, хорошо знакомые предметы, яркие сюжеты – это большой плюс. А потом можно уже какие-то простые сюжеты из сказок, иллюстрации знакомых мультфильмов предлагать детям, или же изображение алфавита, классификация какой-то каких-то животных и так далее. С помощью таких игр ребенок может в игровой форме изучать определенные предметы. На что же нужно обратить внимание, когда мы с вами выбираем наш пазл? На что мы с вами смотрим? На что мы смотрим при выборе нашей головоломки? Все поверхности и торцы элементов должны быть гладкими, тщательно обработанными, особенно если это касается деревянных моделей. Картинки нужно выбирать в меру яркие, контрастные, без ядовитых цветов. А как же мы с вами должны выбрать правильно нашу картинку и что мы, наши действия в тот момент, когда мы собираем нашу картинку. Мы с вами смотрим на те элементы, которые у нас есть. Осваивать такую головоломку, как пазл, мы осваиваем ее вместе с ребенком. Если он не понимает принцип складывания фрагментов, не сможет их правильно соединить, то наши затраты времени будут бесполезны, и мы можем вообще отбить желание у ребенка собирать пазлы. Для начала мы предлагаем ребенку самостоятельно, комментируя, что мы делаем, собрать пазл. Потом сравниваем наш пазл вместе с нашим эскизом при сборке и переходим к следующему этапу. Это этап непосредственно обучать собирать пазлы. Мы предлагаем сначала ребенку посмотреть на собранное полотно, как я уже сказала, вынуть из картинки несколько фрагментов, потом предложить ребенку закрыть наши дырочки. Когда наши разрезные пазлы должны собраться в картинку, то мы объясняем, что для начала мы должны рассмотреть все фрагменты. Удобнее это сделать, если все элементы у нас лежат лицевой стороной, то есть перевернуты вверх необходимой нам картинкой. После чего мы можем предложить ребенку приступить к сборке. Пускай ребенок в этот момент сам выбирает удобную последовательность соединения элементов. Мы можем предложить ребенку, допустим, найти сначала все уголки наших пазлов, допустим, потом собрать контур картинки
или собрать хорошо различимые изображения и потом их соединить. В момент сборки необходимо поощрять положительные моменты, не зацикливаться, естественно, на отрицательных моментах, подбадривать ребенка и говорить о том, что он молодец и у него все отлично получается. А что же развивает, какие моменты развивают у нас пазлы? Пространственное мышление. Под пространственным мышлением понимают процесс создания и создание в человека представлений, которые отражают пространственные свойства объектов, и оперировать этими представлениями. А таким образом, пространственные представления являются продуктами сознания человека. В свою очередь, сознание не может быть полностью оторванным от реального мира. Как правило, физиологическая основа для становления логического мышления окончательно формируется у детей в 10-12 лет. До этого возраста его мышление образное, причем степень обобщенности образом, в том числе пространственных, невысокая, и она близка уже к чувственному восприятию. Это тоже немаловажно. Следующий момент – это у нас, количество элементов, на что необходимо обратить внимание. Это один из основных критериев выбора. Количество элементов картинки бывает от двух, как я уже сказала, да, до нескольких тысяч. Для самых маленьких подойдут наборы из 2-4 деталей. Для ребятишек постарше или которые посещают, допустим, младшую группу детского сада, мы можем взять уже 10 деталей. Дошкольники уже легко справляются с сотней элементов, а ученики старших классов могут уже складывать картинку, которая уже состоит из нескольких тысяч фрагментов, что уже как и для взрослого человека. А размер деталей. Чем меньше ребенок, тем крупнее должны быть элементы. Большие детали очень сложно малышам удержать в руке, да, и большие детали проще ребенку, естественно, запомнить. А дети старшего возраста уже могут работать с такими элементами, уже с нашими обычными стандартными пазлами, да, размер которых, допустим, сантиметр на сантиметр, или, может, немножечко побольше. Если говорить о форме элементов, то популярны наборы с плоскими прямоугольными деталями, имеющими на грани фигурные выступы или впадины. Они считаются классическими, однако нередко мы с вами можем увидеть, допустим, круглые, овальные, треугольные или трехмерные элементы. 3D-пазлы больше всего напоминают конструктор, где из деталей нам необходимо собрать объемную фигурку, допустим, шар, машину, кораблик, самолет и так далее. Они предназначены для ребят старше 3-4 лет. И, как правило, 3D-пазлы требуют участия взрослого. То есть ребенку самому очень сложно собрать 3D-пазл. Из какого материала изготавливают пазлы, как я уже говорила, из дерева, картона, пластика, допустим, мягких материалов, наверное, вы сейчас видели. Пазлы из поролона, вспененной резины, ткани. У каждого есть свои преимущества и свои недостатки, однако общепризнанным считается факт, что лучшие пазлы для детей – это деревянные. Во-первых, это качество, во-вторых, это безопасность. Они экологичны, безопасны для здоровья и имеют приятную поверхность. Но опять же, я говорила, что при выборе пазлов необходимо обращать внимание на зазубрины, которые должны отсутствовать на пазлах. Если говорить о конструкции пазлов, виды пазлов не ограничены традиционными плоскими моделями или, допустим, 3D. Наряду с ними можно встретить другие конструкции. Да? Пазлы-кубики – это игра, знакомая, как я уже сказала, нам с детства. Набор кубиков состоит из нескольких кубиков, нанесенными на грани какими-то фрагментами рисунка. А при сборке важен не только узор, ведь все кубики одинаковые и не имеют впадин и выпуклостей. Можно собрать, допустим, из 6 картинок, одну из 6 картинок, по количеству граней из тех элементов, которые нам с вами предлагают. А сейчас очень популярны стали так называемые книги-пазлы.
А по своей направленности эта конструкция напоминает так называемый сортер. На каждой странице книги есть рисунок с углублением, с определенной формой, где отсутствует фрагмент сюжета. Это может быть солнце, облако, гриб или пенек. Дети ищут пропущенный элемент, да, пропущенную впадину, и они должны правильно вложить тот или иной элемент. А также существуют контурные пазлы. Их отличает наличие рамки контура, изображающей силуэт животных, допустим, растений, фруктов, сердца и так далее. Заполнять заранее очередную фигуру легче и быстрее, чем собирать традиционную картинку, поэтому такое занятие привлекает детей, да, и очень нравится нашим малышам. А также для обучения очень интересно использовать это карты-пазлы. Отличный подарок, да, для школьника, как мы уже с вами выяснили, что именно география стала основоположником создания наших карт, извините, создания наших пазлов, да, когда карту поделили на части. А с ее помощью ученики могут выучить расположение, допустим, городов, стран, рек, гор и всей карты, да, географической или же политической. А какими же должны быть первые пазлы? Должны быть максимально простыми, как я уже сказала. А если пазл вкладывается в рамку, то это будет большим плюсом. Крепления должны быть прочными. Материал тоже имеет значение. Если это бумага и картон, то они должны быть качественными. Материал, если, как я уже сказала, сделан из дерева, то мы должны с вами проверить качество нашего дерева. Детали во всех случаях должны хорошо собираться. Как я уже сказала, образ ребенку должен быть прежде всего знаком. Эти картинки должны быть в меру яркие, в меру контрастные. То есть не должны быть цвета такого направления, как вырви глаз, да, там кислотные какие-то и так далее. На все это необходимо обращать внимание, и на все это мы должны тоже смотреть при выборе пазлов. Сейчас, минутку, я пропустила часть презентации. Прошу прощения, почему-то подвисает сегодня. Следующий момент, который мы с вами рассмотрим, это методика разрезные картинки. Ее тоже можно применять, и она применяется как психологами, так и логопедами. Здесь мы смотрим, также можно применять, когда мы смотрим готовность ребенка к школе, что тоже немаловажно. Цель методики – это изучить степень сформированности у ребенка целостных образов, предметов окружающего мира и их адекватность. Если говорить о стимульном материале, это цветные картинки, разрезанные на несколько частей. Для 3-4-летних детей это картинки, разрезанные на 2-4 части, а для 4-6-летних это 4-6 частей. Если говорим с вами про инструкцию, то мы предлагаем ребенку, говорим, посмотри внимательно на эти карточки. Как ты думаешь, что это такое? Какой предмет на них изображен? А теперь сложи эти карточки так, чтобы получился названный тобой предмет, если ребенок, соответственно, этот предмет угадал и увидел, что у нас изображено на нашей картинке. Следующее – это проведение теста. Ребенку по очереди предъявляют разрезанные изображения предметов от более простых к сложным. Карточки раскладывают хаотически, чтобы затруднить восприятие. Картинку предлагают собрать после того, как узнан нарисованный предмет. Если ребенок не может определить, что именно нарисовано на разрезанных картинках, возможна помощь взрослого, который обращает внимание на наиболее характерную деталь. Если изображение не узнано до начала работы, предлагают начать собрать картинку и в процессе тестирования, либо после его окончания, взрослый еще раз должен спросить, узнал ли ребенок то, что изображено у нас на нашем предмете. Если говорить об анализе результатов, дети с нормальным умственным развитием с 3 лет складывают картинку из двух частей методом проб.
После 4 лет они переходят к зрительному соотнесению. Картинки, разделенные на 4 части, предлагаются с 4 лет. К 5 годам задание выполняться должно способом зрительного соотнесения. На это тоже необходимо обращать внимание. При работе с картинками, разрезными по прямым частям на 3 части, дети часто теряют среднюю часть, сдвигая начало и конец изображения, но при удивлении, а куда положим этот кусочек, да, от педагога, они самостоятельно исправляют ошибку. Если говорить о детях с задержкой психического развития, они собирают картинку из 2 частей. К 4 годам картинка из 4 частей может вызвать у них затруднение и в 5 лет. После показа способа действия взрослый собирает, показывает ребенку, а потом разрушает картинку. Ребенок выполняет задание. А дети отвлекаются, могут не закончить задание, при этом им необходима определенная помощь со стороны взрослых. На это мы тоже с вами обращаем внимание. Если говорить о детях с умственной отсталостью, они не понимают смысл задания, хаотично перекладывают части картинки. К 5-6 годам эти дети способны собрать картинку, разрезанную на 2-4 части. Но для этого им необходимо показать изображение, которое уже есть, то есть сложенное изображение. Если части лежат в перевернутом виде, то складывание вызывает большие трудности. Только после показа и совместного со взрослым выполнения они начинают собирать картинку. Однако для некоторых из них составление картинок из 4 частей остается на этом возрастном этапе, опять же, недоступным. На это тоже необходимо обращать внимание, потому что сейчас, к сожалению, деток с нарушениями с каждым годом становится больше и больше. На экране сейчас вы видите примеры, да, наших разрезных картинок. Такие разрезные картинки мы с вами используем при тесте. Так чем же полезны пазлы? Давайте подведем с вами небольшой итог. Они тренируют мелкую моторику руки. Ребенок учится брать большие и маленькие детали пазла, стыковать их, помещать их в подходящее пространство. Все это помогает ребенку развивать силу пальцев, делает движения рук более точными и осмысленными. Они развивают координацию глаз и рук. Дети действуют по методу проб и ошибок, чтобы правильно подобрать и установить деталь пазла. Это требует большой концентрации, внимания и правильной координации рук. Такая тренировка способствует развитию межполушарных связей, а в частности будет способствовать освоению письма. Развивает восприятие или же нашу сенсорику. Пазлы помогают развивать все основные психические функции, но прежде всего они развивают восприятие. Восприятие цвета, формы, иллюстрации в целом. Причем форму ребенок учится воспринимать как визуально, так и тактильно. Это очень важно, потому что дети по большей части своей, они кинестетики, да, и они должны все пропустить через свои руки. Также улучшают навыки памяти. Дети любят повторять решения снова и снова, это улучшает их память. Они останавливаются, думают, вспоминают, как собрать пазл. И им необходимо еще в момент сбора картинки мысленно удерживать ее при составлении деталей. Задействуют дети также все типы мышления. Логическое требует, чтобы классифицировать детали по цвету, формы, анализировать их. Пространственное, чтобы видеть форму деталей, оперировать этой формой. В уме ориентироваться в местоположении какой детали, какая деталь где должна находиться. Также ассоциативное, чтобы мысленно представлять, какая именно деталь может подойти на это место. Алгоритмическое необходимо, чтобы освоить порядок, этапы классической сборки пазлов. Креативное мышление тоже у нас с вами задействовано, чтобы собирать пазл разными способами и представлять по части целое. Также они развивают внимание. Терпеливо подбирая детали пазла во время игры, ребенок учится концентрировать внимание в первую очередь, а во вторую ребенок у нас учится быть усидчивым, что тоже немаловажно. Формируют социальные навыки, потому что мы можем собирать пазлы не одни, а с друзьями. Да? Приучают самостоятельности и развивают уверенность в себе. Детям нравится собирать как в группе, так и самостоятельно. Также снимает нервное напряжение,
Спокойное складывание деталей, прекрасное, успокоительное, особенно для гиперактивных детей, если мы с вами сможем их заинтересовать пазлами. И самое важное, что сборка пазлов, она доставляет удовольствие, которое становится в момент того, что у ребенка все получается, да, и поднимается настроение, удовлетворение и радость, но еще и мотивация к обучению и желание познавать наш мир таким образом. Если говорить об играх, какие мы игры с вами можем в каком возрасте применять? Год и старше. Самые первые игры пазл малыша – это игры-вкладыши и разрезные картинки. Ребенок знакомится с цветом, учится видеть форму фигур, соединять две прямоугольные детали пазлом с замком, составлять картинку из двух частей, называть, показывать понятные ему предметы. На этом этапе игры будут развивать зрительно-моторную координацию, а картинки способствуют звукоподражанию и развивать фонематический слух. Игры 2+. На втором этапе ребенок учится соединять пазлом с замком фигурные элементы, составлять из них картинку, собирать в цепочку три детали, различать предметы по величине и форме. Можно знакомить ребенку с более сложными темами, допустим, мама, папа, я. И в процессе таких игр развивается не только моторная моторика малыша, но и развивается в процессе этой игры наша речь. Игры 3+, с 3 лет можно усложнять уже по моторике и содержанию нашей игры. Здесь подойдут игры, знакомящие малыша, допустим, со счетом. Он будет собирать из деталей пазла длинные цепочки и тем самым еще развивать координацию рук. Игры 4+, игры, предназначенные для детей от 4 лет, должны содержаться элементы конструирования. Такие игры способствуют развитию воображения и фантазии ребенка. При этом продолжает совершенствоваться скоординированная работа рук. Ребенок знакомится со звуками, буквами, часами, календарем и так далее. Все это тоже мы с вами можем делать при помощи пазлов. Основные преимущества наших пазлов, да, это улучшение памяти, развитие изобретательности, поддержка всего мыслительного процесса, выработка допамина и медитация. То есть мы с вами при помощи пазлов можем и еще успокаиваться. Чем полезно занятие с пазлами? Чтобы правильно составить целостную картинку, нужно составить множество определенных деталей, да, форму, размер, часть этих деталек и так далее. Как подобрать пазл для ребенка? Да, я уже об этом говорила, поэтому я сейчас немножечко так, ну, пролистаю слайды, чтобы вы могли их увидеть и посмотреть. Прям останавливаться на них не буду, да, и просто здесь для каждого возраста я сейчас назову, какие моменты, на что необходимо обратить внимание. Если это дошколята, то в 3-летнем возрасте можно предлагать стандартные формы деталей и яркие и большие элементы. Если мы с вами говорим о школьниках, то рекомендуется выбирать пазлы просто увеличенные. Степень сложности необходимо подбирать не только по возрасту, но и по индивидуальным особенностям. Если мы с вами говорим... Так, малыши не туда попали, прошу прощения. О младшеклассниках, да, то это делает ребенка более спокойным, усидчивым и дает большие положительные элементы. Если мы с вами говорим о подростках, то пазлы смогут стать личным хобби, отвлекут от компьютера, а пазлы станут занятием для целой компании или же для друзей и помогут добавить достижения в личную копилку. И также пазлы можно предлагать и взрослым. Это невероятно большой антистресс. Удовольствие творить руками не всегда доступно для работников умственного труда в другое время. Пазлы могут позволить мозгу не застаиваться,
А это уже более актуально для тех, кто занят определенным физическим трудом, тоже будет большим плюсом. Ну и прежде всего это развитие воображения и восприятия, логики и внимания, глазомера и пространственного видения. Все это дарят нам обычные пазлы. Но на сегодня у меня все по той информации, которую я хотела вам дать. Спасибо большое за внимание. Если есть какие-то вопросы, вот буквально минутку, я готова буду на них ответить. И мы будем завершать наш сегодняшний вебинар по тому, как скачать презентацию или по тому, как получить ссылку на запись сегодняшнего нашего вебинара, вам ответят в чате. Спасибо большое за то, что сегодня были на нашем вебинаре. Но, насколько я вижу, вопросов нет, поэтому на сегодня у меня все. Всего доброго, до свидания.